О, ой, зритель, привет. Это наша качелька, между прочим, которую соседям в свое время отдали. Мне было интересно, жива она или нет. Краска облезла. Ощущение, что вообще ее погрызли. Она уже все заржавела, застряла, может даже завязана. И на ней не покачаться. Если кому-то домовенку какому-нибудь очень маленькому и легкому. Ну и паберет, зрители, я взяла этот стадикам. У нас тут двое соседей приехали сразу. Ой, я улепей. Улепрячилась. Двое соседей приехали в разные места. Вон в том доме живет висельник. И приехали дети бывшего человека. Ну так почему бывшего? Он там как бы уже не живет. Не существует. Смотри, тень. Столб. Ой, на столбе, наверное, электричество было когда-то. Только в это время года сейчас сюда можно зайти. Потом кто зарастет. И на чё надо идти. Точно столб. Надо было перчаточки взять из дома-то, а то ручки мерзнут. Проводов уже нема. Вон там еще одна белая фиговина, она отсюда как раз упала. Раз, два, три, четыре, пять фиговин. И тут вон еще что-то шестая, могла посередине была. Я думала, что люди уехали и хотела пройти домом одним, но они не уехали. И потому я сейчас просто вернусь через дом, с другой стороны, где дорога была. Ух ты, тут какая-то типа ручей. Раньше, когда мы были мелкие, вот эта вот часть принадлежала нашим родственникам, и мы здесь мелкие грабляки фигачились. Как тут так распахали все. Так что, возможно, шумит ветер. Я прям эти блогеры, которые идут, себя снимают. Ой. Меня что-то не туда нажалось. Я выдвинула бал. Правда, тут ветер, я не уверена, что я говорю. Говорю, не слишком громко. Не уверена, что это как бы слышно. Thank you.
Я все еще с этой палкой слегка на вы. О, сколько там еще попередит. Распил деревьев. Она может еще где включусь. Ручей растекся. Тут, походу, дела в том доме. Здесь что-то типа того. Хотя, скорее, это был остатки полисадника. Куда ты поехал-то? Лёля забралась в самые детки. Не хочешь меня эта палка слушаться? Что-то я нажимаю куда-то не туда все. Обалдеть. Мне кажется, может я раньше, конечно, сюда не заходила? О, дерево упало. Фигакнулось дерево. Я не сразу заметила, что дерево фигакнуло. Так, вода так разливайся. Там даже какой-то островок получился. Ай, как ты спуститься к дерьмике. Можно плавать, а можно брать воду на питье. Тут же зайцы обглодали как нашу там какую-то ветку. Что за яма хрен?
Ладно, зритель, наверное, пока, а то у меня ручки замерзли. Эй, зритель, поставь лайк, пожалуйста.